Вот такая загадочная вышла мама. С шляпой или в шляпе. Ну, Гарри Поттер, сразу нам не на мысли о распределении. Сейчас буду вас делить, кто куда. Мы хотели бы возобновить традицию, которая была на кафедре когда-то, посвящение студентов, первокурсников. И я очень надеюсь, что нам всем понравится это мероприятие, и мы будем его проводить ежегодно. Поэтому, наверное, единственное, что я могу сейчас сказать, это пожелать удачи нам, нашей старой традиции, но в новом исполнении. Удачи и enjoy yourself. Добрый день, дорогие первокурсники факультета иностранных языков. Мы рады приветствовать вас на концерте, подготовленном специально для вас. Вчера еще школьники, сегодня студенты. Впрочем, любой первокурсник. Каждую осень взволнованные первокурсники наводняют высшее учебное заведение. Вас, таких разных, теперь объединяет одно слово. Впрочем, любой первокурсник знает, студентам он ставит меня в боевой отряд. Какие первокурсники? Александра Сергеевича Пушкина, Коцубинскую Любовь Вячеславовна. Как никогда потом ни на какую зарплату. Студент – это тот, кто ест по случаю, а спит, где придется. Студентка причесывается редко, как правило, стрижется. На первом курсе у нее модная сумочка с конспектами, на последнем – старый багет. На первом курсе у нее модный маникюр, а на последнем – чистые обручальные кольца. Наследникам они стараются. Иду ночью в поле с конем. Эту песню часто поем. Но представьте на минуточку одну, если б конь был студентом МГУ, утро мы на пару пойдем. Рядом рука об Но не пустят нас 9.01, и студенческого нет у коня. В столовой мы овса не найдем, поэтому туда не пойдем. И копытами под нос дать тяжело, и ругаться на нас будут все равно. Будет он жевать ее один, пузыри надует посредине дня, ведь отчислить невозможно коня. Выйди в поле вечером с конем, не спеша в курилку пойдем. По бескрайнему полю моему, где растет башни 2 метра в высоту, мы пришли в курилку с конем. Сигарету у кого-нибудь стрельнем, капля никотина вырубит коня, ну а огонь за это вырубит меня. Ночью выйти в поле нельзя, не пустят ни людей, ни коня, да и выселяют скоро, блин, меня, без общения жить животными нельзя. В этой песне многое ложь, но правду на поверхности найдешь. Чтобы не вести себя, как наш герой, помни, что ты человек, а не конь.
Yeah.
Студенты не за документов. Но для студентов факультета иностранных языков намного важнее уметь работать ртом. Ведь, как когда-то сказал один из преподавателей нашего факультета, в человеке должно быть прекрасно все, особенно фонетика. Приглашаем по 5 человек, желающих. Нам желательно, чтобы было 2 команды.
Что ты будешь делать, если ты опоздал на первую пару и охранник требует студенческий? Совещаемся. Я попрошу свою подругу скинуть мне из окна студенческий и пойду по ее. Поаплодируй, ты опоздал на первую пару, а охранник требует студенческий. Я сделаю вид, будто я упала в обморок, и мертвой хваткой, держа студенческий, вынудить охранника донести меня до медпункта. Первую пару, и охранник требует студенческий. Я покажу ему фонетическую зарядку. Браво. С заживанием жвачки. Das I ist ein langer, liberalisierter Vokal. Naja, hören Sie meine Phonetik? Сразу пойду за документами, а чего? Что ты будешь делать, если тебя застукали за жеванием жвачки? Скажу, что это помогает мне хорошо делать ассимиляцию. Правильно. Делать, если ты забыл сделать домашнее задание. Ну, когда очередь доходит до меня, когда меня спрашивают, я беру и выхожу в туалет. А так все делать, если ты забыл сделать домашнее задание? London is the capital of Great Britain, you know? Забыл сделать домашнее задание. Я забуду прийти на пару. Вторая команда выходит, я смотрю, вы уже готовы. Что ты будешь делать, если не хватает денег на пирожок с картошкой? У Курского вокзала стою я молодой, подайте червонец золотой. Если я глупись, скажу, что позвони не из деканата, попросили скинуться по 3 рубля. Спрошу, можно ли со своей картошкой. Физкультура, если на улице минус 1, а вас заставляют бежать 2 километра в буферном парке. Это гениально. Как от нас остаться физкультуры, если на улице минус 1, а вас заставляют бежать 2 километра в буферном парке? Парке. А может, ограничимся фонетической зарядкой? Стали делать его фонетическую зарядку? Смотрю, фонетическая зарядка пользуется большим популярностью. Brilliant physicist. Поставьте себя на их место. Я у тебя посмотрю на них и скажу, ты единственный парень на имя, куда вы меня? Раритет. Что ты будешь делать, если к тебе домой пришел военком? Я не задавался таким вопросом на самом деле. Не зря же существует магистратура. Зарядки у тебя свело челюсть. А вы знаете, как выглядит правильная голливудская улыбка? These feet are in a terrible condition. They need treatment. На фонетической зарядке свело челюсть. Мы исправим положение морфологической разрядкой. В общежитии на выходные. Выходной. На выходные. Ну мы же все студенты ИНЯЗа. Конечно же, все знают ответ. Заниматься фонетической зарядкой. Твой сосед запер себя в комнате общежития на выходные. Ух, я ему покажу фонетическую зарядку. Я-то вообще из Колпина. Аудитория, в которой у тебя пара, не существует. Нужно просто войти в стену между двумя вокзалами. Здесь должна была быть шутка про доктора Кто. У тебя пара не существует? Нет аудитории, нет пары. 20. 30. Выходим. Первая команда. Вторая. Что ты будешь делать, если в душе кто-то случайно забрал твое полотенце? Хоп-хей, ла-ла-лей. Добби, принеси мою одежду. Кто-то забрал твое полотенце. Я случайно уранил мыло. Что делать, если на факультете всего один парень? I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Вы единственный парень на факультете. А ты такой красивый, здоровый.
единственный парень на факультете. Ну почему я такой сексуальный? Ну почему всех с ума я свожу? Ну почему я такой сексуальный? Ну ты скажи, почему? Своими другими словами, вдвойне важный. Что делать, если вы скачали курсовую работу с одного и того же сайта? Один. Два. Три. Это была проверка на внимательность товарищ научрук. Готовы, Лени? Готовы. И четвертый курс готовы, и первый готовы. Стать с одинаковым количеством практически. Девятый готовы? Ну вот. Я же не знала, потому что когда я была в университете, у меня не было таких вопросов вообще. Студенты Ильяза всегда должны быть готовы ко всему всегда. И особенно к фонетической зарядке на первом курсе. На втором мы занимаемся другими вещами, да, девочки? Первокурсников встать и повторять за мной. Я вступаю в ряды студентов Ленинградского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина перед лицом всех товарищей, а также ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов, профессоров и просто хороших людей торжественно обещаю горячо любить свой факультет, как завещал Скворцов Вячеслав Николаевич, как учит деканат факультета иностранных языков. Свято соблюдать устав университета. Стойко выдерживать все тяготы и лишения. Дожить хотя бы до экватора. Равняться на недошедших до финишной прямой и успешно защитившихся. Прежним и ответственным студентам. Быть лучшим не только по фонетике, грамматике, но и принимать участие во всей неучебной деятельности университета. Быть самым быстрым в столовой. Быть честным и верным товарищем, всегда готовым дать списать. А также быть примером для будущего поколения. В этом я сегодня торжественно клянусь.
в неделю. Шахмат не бросать. Да плюс еще влюбиться ухитряется. А сколько спать способен человек? Ну пусть приспит он сутки на боку. Потом, взглянув из-под опухших век, вздохнет и скажет: больше не могу. Господи, я так боюсь. Да ладно тебе, все нормально с Надимом, отвечать пойдем. Ну да, 4 года полетел, даже не заметил. Ну, не плохо нам. К черту. Здравствуйте, уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии. Сегодня я хочу представить вам свою дипломную работу на тему «Способы пополнения словарного запаса у молодежи». Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет тот же дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчалит, сердце бедное свело скорбью и печалью. Где плещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда вашего студента. Много зимы, много лет, hey! Прожили мы вместе, сохранив святой обет. Чести, ну так будьте же всегда живы и здоровы. Верю, день придет, когда свидимся мы снова, всех вас вместе соберу. Если на чужбине я случайно не помру от своей латыни. Если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра насмерть не замучит. Если насмерть не убьюсь, на хмельной пирушке обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Вот стою, держу весло, через миг отчалю, сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода.